Лекции онлайн, практикумы очно. Колледжи и вузы Югры переходят на частичный дистант. Поручение дано на региональном оперативном штабе. Губернатор Югры Наталья Комарова допустила возможность проведения очных лекций, если преподаватели вакцинировались от коронавируса или переболели им в течение последнего полугодия. Не менее 80% студентов при этом должны также иметь прививки от COVID-19, либо быть недавно переболевшими. В рабочей группе медицинского социального противоэпидемиологического обеспечения совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового развития разработать, внести изменения в регламент работы комплексов измерения и контроля температуры тела человека, уточняющие порядок действий персонала при установлении повышенной температуры у посетителей.